Педагогический дебют – это конкурс для молодых педагогов, таких как Наталья Грибова. Она окончила университет и 2 года назад пришла работать в 75-ю школу учителем начальных классов. Для конкурса выбрала предмет «Окружающий мир», потому что здесь больше возможностей провести интересный урок и показать все умения жюри. Я очень удивилась, что тайга занимает большую часть России. Мне очень понравилось. Мы все работали активно. Я думаю, что этот учитель, он будет передавать свои хорошие знания всем ученикам этой школы. Мне вообще урок понравился. Мне понравился учитель, очень учитель хороший. Мы работали активно, другие тоже. Урок, в общем, был хорошо проведен. По правилам конкурса педагог не может проводить урок с учащимися из своей школы, поэтому на занятия к Наталье Грибовой привели 4 класс 71-й школы, а ее ученики вместе с коллегами и родными выступают в роли группы поддержки. Мои дети, они не имеют права принимать участие в этом конкурсе. Но они же знают, что вот вы... Они знают, да. Они меня поддерживали в первый день моего выступления, когда мы представляли, что у нас лучше всего получается. И, конечно же, мои дети были со мной, а они выступали, пели песню и танцевали. В этом году заявки на участие в заочном этапе конкурса подали 47 педагогов. В очный этап вышли всего 26 человек. Впервые за право называться лучшим педагогом боролись психологи. Оценивают их мастерство не как в школе, система сложнее 5-бальной. 4 конкурсных дня позволяют увидеть человека с разных сторон. Первый день, когда они рассказывают, это у меня хорошо получается, это некая заготовка. Но в ней показано мастерство этого человека. Есть 2 дня на проведение уроков или занятий. Здесь раскрывается педагог полностью, потому что надо провести занятия с незнакомыми детьми, они их видят буквально 1 раз до встречи, до конкурса. И умение удержать внимание, умение увидеть каждого ребенка. Здесь все сразу видно. На память о конкурсном уроке педагог из 75-й школы Наталья Грибова подарила ученикам и жюри желуди, которые можно посадить. Собирала их сама. Я для вас собрала желуди, которые я вам сейчас раздам. Раздам памятку, когда и как нужно высаживать молодые саженцы и как за ними ухаживать. Каждому раздаю. Победитель муниципального этапа будет представлять регион на федеральном уровне. Итоги конкурса подведут 10 октября. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».